Мне бы 2,5 года было. Брату было 4, сестре было 7 лет. И нас повезли расстреливать, а потом подъехал какой-то офицер или кто он, вот такая фуражка была у него. И он это сказал, ну их шестом не расстреливать. И нас погрузили в вагоны и увезли в Германию. Ходили, побирались, когда найдем очистки, докрадывались. Нас нашли в декабре 45-го. И привезли сюда, как узники были враги народа, сюда в детский дом привезли. Мама нас вот здесь нашла. И так мы остались здесь и живем.